Гости из Тольятти научили пензенцев медитировать. Необычный концерт состоялся на сцене Дома культуры железнодорожников. Осознание безмыслия изучили мои коллеги. Танцуют только мужчины. Это не прихоть, а соблюдение традиций классической индийской культуры. Раньше, в древние времена, вообще не разрешалось танцевать женщинам. Считалось, что своей красотой они отвлекали внимание от смысла танца. Поэтому танцевали только мужчины высшей касты, брамины. Сахджи-йога, музыка и танцы. Для участников тольяттинского ансамбля «Нирмал-Наад», что в переводе на русский «чистый звук», это единое целое. Когда в 91 году к нам должна была приехать госпожа Нирмала Шривастава, основательница учения Сахаджи-йога, она привезла с собой индийских музыкантов, объяснив это тем, что индийская музыка способствует состоянию медитации и пробуждению внутренней энергии кундалини. Медитация – это состояние осознания безмыслия. И индийская музыка намного более, чем остальная другая музыка, способствует погружению в это состояние. Открыть публику для восприятия энергии любви через расслабление и отрешение от земного. Такую задачу поставили для себя гости из Тольятти. Но среди зрителей оказалось немало музыкантов. Для них знакомство с индийской культурой носит еще и профессиональный аспект. Живые музыканты и традиции, так скажем, наверное, где-то пересекающие близка нам именно русским, потому что мы занимаемся русской песней, русской музыкой. Вот поэтому нам очень это интересно. Перекликания идут, и это слышно. Интересен подбор музыкальных инструментов. Индийская гармоника чудная и по красоте звучания, и по внешнему облику. Изобретение сравнительно новое, она объединила в себе пианино и аккордеон, сохранив при этом национальный колорит. Здесь как бы свои просто особенности, в общем-то, так же, наверное, как и на фортепиано, как и на аккордеоне, скажем так, только у нас посадка другая. А у них вот, поскольку они сидят вот так, вот поэтому у них немножко другая механика и, может быть, другой тембр инструмента. Евгений Белохвостиков, Павел Морозов, Игорь Рожко, Вести Пенза.